божественную благодать и дух Святого Духа, помолимся. Имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Отца и Сына, и Святого Духа, и Христа, и Христа.